Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. В конкурсе «Любовь года» определилась первая тройка лидеров. Сергей Кучеров и Юлия Ефременкова совсем немного опережают Никиту Кузнецова и Дарину Маркину. На третьем месте Захар Саленко и Лера Фрост. Как утверждают Алексей Купин и Майя Донцова, у Маши к окну зарождаются новые отношения. Девушка была недолго одна, сейчас она проводит много времени с Алексеем Чайщицем. Они ходят за ручку, обнимаются, их реально тянет друг к другу. Маша считает, что Иосифу Оганесяну не нужна Саша Черно. Он делает все, чтобы она сама его бросила. Но Черно все ему прощает, даже простила поход с Лизой в ресторан. У нее больная зависимость от Иосифа. Майя ждет приезда на поляну мамы Леши. Донцова ждет от женщины поддержки и советов. Рома Гриценко подготовил видеосюрприз для Лизы Триандафилиди. Он признался, что очень любит ее и скучает. В недавнем эфире прошел очередной этап конкурса «Любовь года» и показали испытания для Кадони и Маши. Им дали задание с завязанными глазами раздеть друг друга в шкафу. Зрители остались очень недовольны поведением Кадони. Многие считают, что она позорила Машу. Когда открыли дверь, он вытолкал ее из коробки, она упала голая на колени, а он развернулся и пошел в другую сторону, даже не извинившись и не подав руки. Ирина Агибалова вдохновлена победой в суде над Татьяной Африкантовой. Она угрожает судом теперь и Ольге Васильевне Габозовой. Если она не перестанет говорить про мою интимную жизнь с Владом Кадони, которой, конечно же, не было, то я также подам на нее в суд. Габозова ответила: «Я уже не в том возрасте, чтобы копаться в грязи. Я вышла из всех соцсетей, стараюсь лишний раз ничего не комментировать. Мы мамы и бабушки, поэтому нам не стоит лезть в чужое прошлое». Подписчики Саши Черно сравнили фото девушки, которые она сама публикует в Инстаграм, и кадры без обработки в Фотошопе. Видимо, она недовольна своим весом, ей некомфортно, как бы ни утверждала обратное. Оля Ветер рассказала об отдыхе с сыном в Джанхоте. Там у ее друга своя база отдыха. Из 20 дней отпуска она всего лишь на 4 дня отдавала Мишу маме. На зимние каникулы она хочет поехать с сыном за границу. Глеб обещал дать ей разрешение. У Ольги Бузовой вышла первая англоязычная песня, она уже на втором месте по скачиванию. Дима Дмитренко опроверг слухи о расставании с Ольгой Рапунцель. Это полная чухня, ложь и провокация. У нас все шикарно и хорошо. А Оля опубликовала снимок, на котором уже видно небольшой животик. Ей не терпится поделиться своей радостью. Мама Жени Руднева рассказала журналистам о том, как складывается жизнь сына в браке. Сначала они планируют купить квартиру, а затем завести ребенка. Они очень гармоничная пара. У жены сына один недостаток, она очень ревнивая. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.